Вот сейчас мне прячут наркотик, точнее, имитатор наркотика каннабисной группы. А как же я? Это овчарка Кэсси, она уже опытная. Ну а я, честное слово, первый раз вот припрятала здесь такое. Лучшая награда для Кэсси, как ни странно, резиновый мячик, а не мясная вкусняшка. Эту немецкую овчарку знают многие. Она двукратная чемпионка Дальнего Востока. А вот для четвероногого индуса и его хозяина Максима это первые соревнования. Но с выполнением задания задержать нарушителя они хорошо справляются. Для неподготовленной собаки такая проверка чревата серьезными последствиями. На этом приеме нервная система собаки возбуждается до такой степени, что очень опасно делать ошибки на этом этапе. Собаку можно сорвать. То, что собака будет без причины нападать меня, без команды кинолога, да? Либо, да, наоборот, бояться убегать. Максим Максимчук из Шимановска проводит с собакой 8 часов в сутки. Говорит, на тренировках индус всегда собран. Хотя вне работы дома может быть довольно капризным. Не любит, когда его ругают, он обижается. И он чувствует, когда, если он даже не нужно на него ругаться, просто не так посмотрел, все, он уже чувствует, уши прижимает. Значит, он понимает, что он сделал что-то не так. Но расслабляться пока рано. Четвероногим пограничникам нужно найти спрятанное оружие и пройти полосу препятствий. В областных соревнованиях среди кинологов приняли участие 11 человек и столько же собак из разных районов области. Этот же пес Жак Амадеус уже в лидерах, говорят судьи. Но окончательные результаты будут известны в четверг, 19 июня. Победители отправят на всероссийские соревнования в Подмосковье. Наталья Погодаева, Иван Миначев, Альфа-Новости.